Рабочая молодежь Темиртау теперь знает о своих правах. Представители молодежного крыла «Жасатан» посетили город металлургов. Программная статья главы государства Нурсултана Назарбаева «20 шагов к обществу всеобщего труда» была затронута в молодежной среде. В музее первого президента в городе Темиртау состоялась встреча представителей молодежного крыла «Жасотан» с рабочей молодежью из разных организаций города. Студенты Темиртауского политехнического колледжа, работники профтехлицея, медицинские работники поликлиники номер 4. Активно работают на нашем городе. Исполнитель молодежного крыла «Жасотан» города Темиртау. Я вот первую встречу начал именно с города Темиртау, это не просто так, потому что это город нашего президента. Обсуждались различные вопросы, которые имеют прямое отношение к рабочей молодежи. Здесь и базовая социальная адаптация, социальная защита прав. Также были затронуты и злободневные темы, трудоустройство, жилье, социальные льготы. Сайт по трудоустройству молодежи, который планируется запустить в 2013 году, станет решением одной из проблем, говорит Мирас Куттыбай, начальник управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области. Рабочий класс – опора развивающегося государства. Молодежь с активной жизненной позицией может стать примером для всего населения рабочего класса. С таким обращением выступили докладчики, молодые специалисты, представители рабочей молодежи, которые реализуют активную социальную деятельность. Он должен иметь право на учебный отпуск, он должен быть защищен от увольнения. Все эти вопросы сейчас уже поднимаются на уровне нашего правительства. И нам хотелось бы, чтобы статус молодого специалиста, в том числе и молодого рабочего, был утвержден именно на законодательном уровне. Хочу отметить, что именно от инициативы молодежи будет зависеть будущее. Заседание, проведенное в формате диалога с рабочей молодежью, было проведено впервые. Студентов, будущих специалистов, заинтересовал вопрос о занятости молодежи после окончания вуза, на что представитель Жасотана ответил. Призываю вас активно участвовать в реализации всех государственно важных программ, всех государственно важных программ по отношению к молодежи и поднимать вас актуальные вопросы. В прошлом году в Темиртау прошел форум рабочей молодежи, который был организован при поддержке молодежного крыла «Жасотан». По словам организаторов, стоимость этого проекта составила около 1 миллиона тенге, что говорит об активной поддержке государством молодежных инициатив. Самое главное, мы провели сейчас молодежное крыло «Жасотан», провел областную конференцию, где избрано 111 делегатов от Карагандинской области и 46 приглашенных. Сейчас главная задача для жасотановцев – привлечение молодежи к совместной деятельности, работающей на различных предприятиях. Таким образом, была организована первичная организация при Нурказгане – корпорация «Казахмыс». А ближайшие планы руководителей молодежного крыла – посещение республиканского съезда лидеров молодежного крыла «Жасотан», который состоится 15 ноября в городе Астана. Аида Брай, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.